Привет всем подписчикам, которые долго ждали моих видео. Эти месяцы я долго работал, и у меня просто не было времени что-то снимать. Работал над созданием и продвижением сайтов, а также выступлениями как фокусник на мероприятиях. Тем более, что я сейчас живу не в своем городе, а в новом. Нужно было все осмотреть, пройти, исследовать, также найти новых друзей. Это прям обязательное условие. Сейчас видео точно будут выходить раньше. Ага. Кстати, хороший вопрос, что я буду снимать дальше? Наверное, буду снимать что-то веселое. Я, конечно, мог вам рассказать про продвижение сайтов, но, скорее всего, вы уснете, и я вместе с вами. Главное при SEO-продвижении делать заголовки H1, H2, H3, H4, H5, H6 и создавать уникальные свои текста. Все, подальше от этой монотонности и скукоты. Кстати, я недавно купил себе очки виртуальной реальности HTC Vive, и это очень круто. Вот, они сзади, шлем, два джойстика. Это очень здорово, представляете? То есть вы погружаетесь, одеваете шлем и погружаетесь полностью в виртуальный мир. То есть сами джойстики, они могут выступать как пистолеты или еще какое-то оружие в игре. Это просто супер. Вам ничем не передать, потому что когда вы играете в мониторе в игру, это все 2D, это все плоское, вы управляете с помощью клавиатуры и мышки, а в HTC Vive вы можете прям быть в самой игре. В самой. И управлять прям джойстиками оттуда, что-то брать, что-то ложить или стрелять прям со своих рук. Вот так вот. Кстати, расскажу вам поподробнее в других видео, может быть, поиграю и сделаю какой-то летсплей именно с виртуальной реальностью в комплекте с HTC Vive. Также думаю снимать тупые запросы или тупые комментарии. Еще думал насчет обзоров еды. Я бы сказал, что это очень экспериментальный формат. Антон после 10-го выпуска. Так, мы сейчас сходили в Макдональдс, попробовали все гамбургеры и сейчас направляемся в Бургер Кинг. Ага, а потом еще в KFC надо зайти. Спасибо, что вы меня дождались, ребята. Кто-то, может, не дождался. Прямо обнимаю каждого очень сильно, прям вот так. Вот. Следующее видео, тупые запросы в Google, я должен по легенде опубликовать либо завтра, либо послезавтра. Но это не точно. Всем пока, до скорой встречи.